Машины сломаны, а мусор вывозить надо. В помощь рекоператору администрации округа сформировала 19 бригад. В их составе сотрудники МБУ и подрядных организаций. Это 47 человек и 37 единиц техники. С понедельника три территории мы полностью обслуживаем сами. Это микрорайон Трехгорка, это жилой комплекс Одинцовский парк и жилой комплекс Немчиновка. Наши муниципальные бюджетные учреждения, как раз вот эти дополнительно сформированные бригады, забирают мусор с контейнерных площадок, везут все на точки перегруза, и уже там этот мусор забирает региональный оператор. В округе 451 контейнерная площадка. С 36 мусор вывозят муниципальные службы и размещают его на базах временного накопления. Их в округе 4. Оттуда рекоператор забирает отходы на переработку. Таким образом, мы освободили регионального оператора с 60 контейнерных площадок, причем самых труднодоступных мест, где сбой приезда мусоровоза по графику, соответственно, влечет за собой невозможность попадания мусоровоза на дворовую территорию, потому что обычно все внутриквартальные проезды уже запаркованы. И хотя сделано уже немало, жалобы на вывоз мусора все еще есть. В ближайшее время должны вернуться из ремонта машины рекоператора. Но и администрация продолжает держать руку на пульсе. При необходимости число муниципальных бригад будет увеличено. Евгения Августина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».